Приветствую вас, ребята, с вами я, Александр Радяев. И мы сегодня, где бы вы думали, опять в солнечном Крыму, а именно в Севастополе, на пляже Учкуевка. Но не на центральной его части, а на стороне Дикой, о которой мало кто знает. Здесь редко приходят туристы. Как правило, здесь отдыхают в основном местные, но и туристы, разглядев это место, начинают часто сюда приходить отдыхать. Вот, сегодня не планировал вести никакую запись и вообще идти сегодня на море. Все это вышло чисто экспромтом, чисто прогуляться вышли. И то, что я увидел, это не самое лучшее, самое приятное, что видел в своей жизни на пляже, на море. А именно то, что сейчас здесь после недавнего шторма очень много морской тины, морских водорослей. Запах стоит вам непередаваемый. Я вам все покажу, расскажу. Можете сами посмотреть и сделать свои выводы. Погода сейчас, погода где-то градусов 25, самый обед поднимается 30 градусов. Что касается воды, после недавних дождей похолодания резкого, вода где-то градусов 19, может быть 20, но я бы не сказал, что особо комфортно мне сейчас купаться. Бывает редко в ней купаются детки, которым лишь бы залезть в воду и поплескаться, им в радость, им все хорошо. А взрослые именно в море не очень предпочитают купаться, вода такая себе. Я бы не сказал, что можно комфортно отдыхать и комфортно купаться в такой воде, в таком море. Ребята, вот такой вот он мой небольшой обзор пляжа Учкуевки, Дикая его части. Я надеюсь, хоть немножко был вам сегодня полезен.
Я еще раз напомню, выпуск был чисто экспромтом. Показать вам, как выглядит пляж Чкуевка 22 июня 2021 года. Спасибо вам за просмотр видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, кому был полезен. Пока. А еще, ребята, по ходу к этому чудесному пляжу есть вот такие вот поблизости гостиницы, гостевые дома, не знаю, как правильно сказать, за которые люди отдают большие деньги, чтобы отдохнуть на Черном море и снять здесь номер. В итоге получают такие вот комфортабельные условия отдыха на пляже.